Всем привет! Меня зовут Макс Брандт, и перед тем, как посчитать для вас, сколько же стоит кружка ароматного Несквика, я хочу рассказать вам об игре, которую скачал недавно. Игра называется «Вордики». С одной стороны, она не напряжная, а с другой стороны, развивает мозг. Здесь надо угадывать слова в определенных тематиках. Я плотно вцепился в тему «Еда» и хочу пройти ее до конца. Хотя и остальные темы очень прикольные, но «Еда» как-то ближе. Ссылки на скачивание в описании есть как в App Store, так и в Google Play, а я пошел считать Несквик. Всем привет! Меня зовут Макс Брандт, и у меня довольно пытливый ум. А еще пришло время для проверки какао Несквик. Как я и обещал, мы проверим, дороже ли это чай и дешевле ли это кофе. Нам понадобится мерный стаканчик, ложка, весы, чашка, Несквик и молоко. Многие пьют с кипятком, но, ребят, с молоком вкуснее. Для начала посчитаем, на сколько же чашек хватит банки Несквика. Берем 2 ложки без горки, потому что тут насыщенные уже все есть, и сахар, я так понимаю, и другие приятные вещества. Эта чашечка у нас готова. И теперь считаем, сколько же осталось. I'm flying high, but I got a feeling I'm falling, falling for the day. У нас получилось на 23 чашки. Время подсчета. 130 рублей делим на 23 чашки, значит, одна чашка Несквика без молока стоит 5 рублей 66 копеек. Теперь считаем, сколько же стоит чашка молока для чашки Несквика. Берем мерный стаканчик, мы налили 150 мл молока и посмотрим, насколько это заполнит нашу чашку. 150 вообще мало. Берем еще 100. Вот, отлично. То есть мы теперь знаем, что в чашке 250 мл жидкости. Конечно, молоко можно подогреть, но мы не будем считать цену газа и цену электричества. В общем, мы сегодня попьем с холодным молочком. Литр молока стоит 62 рубля. Делим на 4, то есть 15 рублей 50 копеек стоит молоко для чашки Несквика. Плюсуем цену Несквика, то есть это 5 рублей 66 копеек, получается 21 рубль 16 копеек, то есть это самый дорогой утренний напиток из кофе, чая и, собственно, какао Несквика. Насколько это вкусно, опять же, не берусь судить, пишите в комментариях, но это реально самое дорогое, что у нас есть. Друзья, спасибо за просмотр, за ваши лайки, спасибо за поддержку, потому что это для меня очень важно, что вы ждете каждый выпуск, вы советуете мне, и я пользуюсь вашими идеями, иногда делаю что-то для вас приятное. С вами был Макс Брандт, и лучше всех, пока, спасибо. Show me the ring and I'll jump right through.